Я хотел спросить, Коль, вот я помню твои все-таки институтские работы, живописные, нам всем они очень нравились, но произошел такой очень серьезный отход от того и стиля, и периода, и от живописи вообще. Мало, нет, пишу, зимой пишу. Только летом вот только режу, зимой пишу. Но они другие стали совсем, твоя работа, конечно. Я не знаю. Да, то же самое, по-моему. То же самое, да? Лет 30 все то же самое. Заказов у тебя много, я так понимаю, Нет, все-таки. мало. Ну, не на живопись, а на скульптуру, На конечно. скульптуру практически нету. Вот Я так, их да? продаю очень редко, да. У меня их мало. Значит, смотри, какие Но я разные. делаю маленькие, вот такие вот они идут. Хорошо очень. Вот. Какие разные мифы все-таки о тебе идут, да? Нет, я как бы живу нормально, но вот так. Ну, этим же живешь, все-таки ты профессиональный Да. художник. И жив все-таки тоже не бросаешь, продолжаешь писать. Живопись, да. Я помню, что были вещи похожие там на Декирику, Декора Это такие. в В институте, да, я институте. помню, увлекались, да, вот. Значит, я правильно запомнил сюда. Но а потом это все исчезло Я или. не знаю, как охарактеризовать так. Пишу и пишу, как. Вот так вот, не задумывай. Но мало выставляешь свой Не Москве. выставляюсь, почему. Тихонечко. Ну так обычно на больших выставках. А вот это как дом-мастерская все-таки функционирует, ты Ну кто вводишь их. приходит, те приходят. Вводишь экскурсии, Как, рассказываешь. ну вот обычно подходят к воротам люди, обычно собака лает, они разворачиваются и уходят. А особо активные, они говорят, можно зайти? Я говорю, пожалуйста. Но есть люди, которые приходят именно к Ватагину. Вот летом, ну, как правило, в день несколько человек приходит. Угу. Вот особенно если в выходные, да. Там еще написано, в городе дом-музей на карте Угу. написал. Вот они говорят, здесь музей? Вот так вот. Но функционирует как частный дом-музей. Честный дом просто. Вот так вот, на общественных началах, Ну, просто, да. без всякой помощи, так сказать, государственных Нет, или. нет, там Ну, а вот от Ирины Васильевны что-то осталось, это. Ну, в церкви здесь много ее Это да, работы. это я все снял, Ирины рассказы записал. А в этом доме она же тоже здесь жила, Да, да? здесь и работал. Здесь и Вот работал, где ты работаешь. сидел и А работал. ее место не осталось, и иконы ее тоже тут. Ну, она как бы просто не для себя последние лет 30 не писала. Угу. Куда-то. Она Понятно. сам преподавала на Новороссийке еще. Банальные такие вопросы. Сложилась ли жизнь, доволен ли ты? Да, доволен. Доволен, да? Спасибо большое. Это потрясающе. Если ты не против, то ну, разместим и там и для Чего музея хочешь, отца давай. Александра. Спасибо. Спасибо.